урок закончился, мне надо идти. Поболтаем завтра. А мне некуда идти. Как только мне стукнет 18, я сбегу от опекунов. Здесь все не настоящее. Здесь тоже. Даже мой лучший друг. О чем ты? Я был оскорблен. Скажи правду. Где ты живешь? На Марсе. Я тут родился. Да. Иногда мне кажется, что я тоже с другой планеты. Я хочу на Землю. Гарднеру 16. Он был лишен общения, но он в прекрасной физической форме. Его сердце не выдержит гравитации. Слишком рискованно. Это того стоит. Все такое яркое. Эй, привет! Да пошел ты! Понял. Ты из другой школы? Почти. Эй, это наш аварийный кран для проводки класса. Классно! Итак, Гарднер, ты с Марса. Да, Талса. Моя мать была астронавтом. Она умерла, когда рожала меня. А это мой отец. Помоги мне найти его. Мне врали всю мою жизнь. Если что-то звучит как безумие, еще не значит, что это ложь. Что это? Просто лошадь. У меня в машине чокну. Его время на исходе. Гарднер, иди ко мне! Нет! Это моя жизнь! Гарднер? Гарднер? Он не врал. Я нашла его! Так, поехали. Сделала меня человеком. Что бы ни случилось, теперь я знаю.